Начинаем. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Лео Камерамен. Это развлекательный канал Лео Камерамен. Сегодня мы посмотрим глупого парня. Мне под роликом, вот по этим, был коммент. Смотрите, посмотри глупого парня. Я смог найти... Вот какая-то тут штука неинтересная. Я пару секунд это посмотрел, что картинка такая интересная. Так далее, крутой папа, она какое-то странное имя. Какой у него просмотр вообще? Офигеть! Ладно. Вот какой-то парень бегает. Смотри. Глупый парень. Но тут написано... Тут написано «Глупый парень на работе, 6-я серия». Мне нужна первая. Господи, да тут орда этого глупого парня. Ладно. С горем пополам прошло 2 года, и я нашел. Он еще и скибритоев снимает, молодец. Погнали, вот, 22 миллиона просмотров. Вот здесь 2 миллиона и сразу же 22. Это тренд популярный. Давайте смотреть. Да ладно, всего лишь 100-й раз не справился с контрольной. Не надо его ругать. Офигеть. Вторая серия. Все, давайте. Мне интересно, как он вообще туда попал. 6-я серия. Ну тут просто написано «глупый парень». Я не понимаю. Ну его же тут орда. Давайте лайк поставим. Вот точно я и мои друзья. Вернее, глупый парень, это я, а это мои друзья. С интернетом, вот смотрите. Тут с интернетом. С этого и надо было начинать. Ты хотя бы краном пользоваться умеешь, надеюсь? Нет, просто вы посмотрите, что на экране. Погнали. О, нормально! Нифига себе, он ходит. Давай. Сумасшедший. Если это про воров, и тут 666 лайков. Мне кажется, вы поняли, что я имел в виду. В смысле, солит воли. Это где-то на год посаживает. Вы что, офигели? Да, еще. О, 1 000 000 лайков. 1 000 000 лайков. Офигеть. Да просто иди его левой, правой. О! Так,
погнали. Глупый парень на тюрьме стал авторитетом. Чипир его давал вместе с другом дедом. Но по воле заскучал он и решился на побег. Остальные пути отпилил. Это то, что я на уроках. Какая-то странная рация у камней. С интернетом вроде бы все нормально. Просто иногда, когда я видео записываю, видеоигры не успевают прогрузиться. Ничего, скоро у меня будет, скоро папа мне принесет новый, более крутой телефон, и все будет круто. Стоп, я знаю этого пацана, это же из Roblox. Такой, там такой симулятор, есть, нужно от этого пацана убежать. Наверное, он его взял оттуда. Глупый парень вдруг увидел свет в конце тоннеля. Стоп, он что, сдох? Час для страшного суда. А, суд. Ну и биография, сплошь одни грехи. Так ты на них посмотри, его убивали. Ворота не открою, в ад паршивец изыди. Бедный парень. Это тогда точно я тогда сбежал с уроков. Вот, 6-я серия, там я сбежал с уроков, а в 7-й серии я получил за это. Тут какая-то ошибка, отпустите меня в рай. Все они так говорят, как я вариться не хотя. Будешь знать, как решить, поздно помощи просить. Так он еще точно сдох. Глупый парень в царстве Люцифера натерпелся. Черти жарили его, посыпали перца. Стойте, он мне нравится. Сказала точь черта. Будешь ее мужем? Ну, конечно, да. Совет-то любовь. Жизнь чертихой нелегко. Готовить и стирать ее. Подождите. За моего брата мне пришлось неплохо покричать. Дела, горе, хапну, я сполна. Это ее дочка? Ребенки. Бабки. Так, я не успел просчитать. О, 1 миллион лайк. Силы Лэдс, это переводится как глупый парень. Я самый счастливый в мире. Не вернусь я больше в ад. Черти, поцелуйте. Наверное, что-то никто не видел. Как бомжей кормить и согревать. Какой мальчик молодец. Знака в пустой леденец. Бабка, это круто. Ой. Глупый парень мучил грешных, надрывая сердце. Ладно, мне кажется, этого достаточно сегодня. Прикольно, мне нравится. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подпишитесь на канал. И еще не пока. Ну, видите, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк за меня. Видите, я все комментарии читаю, делаю все, что вы хотите. Это же не я захотел. Кто-то же мне написал, кто это был. Давайте посмотрим. Какой-то мэ был. Мэ. Вот. Мне написал, сними глупого парня, я снял. И это еще не конец, будет другие части. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не всем не пока. У нас 580 подписчиков. Нам нужно 20 подписчиков, и у нас будет 600. А тогда мне до 1000 недалеко. Давайте зайдем в YouTube студию. Где? Сейчас глянем. Во, 580. Офигеть. Под этим видео 700 просмотров. Спасибо. Во, кстати, вот, посмотри глупого парня. Еще кто-то написал. У тебя видео вообще класс. Спасибо тебе большое, что слышишь. Кто-то вообще написал. А, это мой друг. И школы. Короче, надо 800 подписчиков. Подпишись, чтобы у нас было 600. Всем пока. То есть, если подписываться
20 людей. Всего лишь 120. Подпишитесь. Все, всем пока.